По-моему, это Леди Баг, упавшая в кислоту. Всем привет! Добро пожаловать на мой канал Тилька Плей. Я Наташа. Мы сегодня с вами снова играем в мод на Гренни. Да. Я покопалась и нашла мод на Леди Баг из фильма Леди Баг и Суперкот. Вроде бы так называется. Я этот мульт не смотрела, сразу скажу. Но краем глаза знаю, что там вот это вот Леди Баг и кот вроде бы как мутки мутят, либо их шиперят. Но вы можете написать мне в комментарии, чтобы я более подробно разобралась в этом вопросе. Ну а мы с вами, собственно, начнем. Давайте сначала попробуем на нормальном режиме играть в эту игру. Собственно, пока что ничего нового мы здесь не видим, но тем не менее начнем игру. Но не забывай подписаться на канал, тыкнуть лайк и поддержать меня таким образом. Ну а мы с вами пробуждаемся, угадай где? Не дома. День первый. Просыпаемся мы в нашей привычной избенке. Я бы сказала немного другое слово в рифму, но не буду. Ну, слушай, уже есть мотивы. По-моему, боже, коровка залетела в горло. Мотивы, напоминающие Леди Баг и Суперкота. Это вот это вот цвет ее костюма. Она же все-таки Леди Баг, и я так понимаю, это божья коровка костюм. Шкафы, наверное, в стиле все-таки вот этого кота, самца, вот этого блондина. Слушай, ну он ничего, такой симпатичный. Правда, их немножечко размазала, привет. Я не знаю, она, по-моему, показывает факт. Типа, ты не пройдешь. А он такой, типа, подтверждаю. И на этом, собственно, все. Ой, смотри, какая прелесть. По-моему, она сидит, ей жопу забыли нарисовать, но она все равно счастливая. Даже несмотря на то, что у нее нету жопы. Какие у тебя глубокие голубые глаза. Да. Пожалуй, это все, что мы можем заметить в этой комнате. Пойдемте дальше. Господи, какая прелесть, посмотри! Везде эти штучечки такие для котяточек, чтобы играли. Везде Леди Баг и Суперкот. Какая прелесть. Боже, посмотри. А пол как будто я в пустыне Сахаре. Ну ладно, как бы у бабок обычно все всегда сухо, поэтому мы не будем обсуждать. А это что за реклама, Билайна или пчелки? Так, надо закрыться. Типа, я не я и ложь не моя, здесь никого нет. Подсвечник. Слушай, она на меня смотрит. Она отовсюду на меня смотрит. Я как-то чувствую себя немножечко не по себе, знаешь ли. А чё пусто так? Чё опять за Билайн? Слушай, ну пока, в принципе, мне нравится. Ой, бабка пришла. А тут все в божьих коровках. Посмотри, какая прелесть. Боже, а сколько вы здесь насчитали божьих коровок? Мне кажется, что если вот поставить видео сейчас на паузу и начать считать, сколько здесь божьих коровок, здесь их около... Сейчас я попробую угадать. Я экстрасенс. Сейчас я потру руки. Сейчас я потру руки. Подожди. Я чувствую 150 божьих коровок. Попробуй посчитать в комментариях, сколько их здесь. Ну, вот то, что в пространстве за тем, что не видно, это не считаем. То считаем вот эти, вот этих двух. То, что видно, то считаем. И половинки тоже. Я думаю, что здесь где-то их 150. Вот именно вот на этом вот куске. Ладно, поехали. Есть что? А если найду? Слушай, а типа, а здравствуйте просто. Добрый вечер, как дела? Я кукла, и я умерла сейчас из-за своей бы тупости. Я здесь присяду, пожалуй. С вашего позволения я здесь посижу немножечко. На пустыню посмотрю, никогда не была в пустыне, и вот я в первый раз в ней. Я хотела почитать, там было написано, что я кукла. Возможно, это какое-то скрытое послание от Леди Баг, которую поглотила Гренни. И надо познать, что же она там поглотила-то. Нету здесь никого? Спасибо. Чё пишет? Я кукла? Я могу быть куклой? Если у тебя есть вопросы, поиграй. Как играть, то поиграй. А, куклой быть можно, вопрос, в каких спектаклях играть. Тут был перевод для таких тупых, как я. Слава богу, он тут был. Ладно, подвинься. Подвинь. Слышь, допусти! Допусти! Ну пусти! Слышь, Леди Баг, пусти! Спасибо! Смотри, какая картиночка! Боже, ты такая прелесть! Я будто бы попала в детский мир. А смотри, какой модный пол. Слушай, не каждый может сказать, что я сидел у Леди Баг на лицо. На лице. Или сяду Леди Баг на яйцо. Хорошо. Ой, здесь прям конфетишечка такая. Кнопочка открывается. Мишка! Кто-то его обделал или обрыгал, не знаю, но лучше его не трогать. Бабка пошла на улицу, у нас есть с тобой винч, который крутит для этого самого. Я не знаю, насколько здесь все плохо будет с предметами, которые будут падать, но бабка у нас точно сейчас на улице шаблается, поэтому пусть шаблается, мне как бы не жалко, если она такой же груша какие-то. Нифига себе. Но меня поражает, по крайней мере, то, что здесь, по крайней мере, немного этот мод все-таки продумали, понимаешь? То есть нет такого, что типа это... Слушай, а что ничего не шумит? По-моему, мы в имбу играем. Ой, кто-то тут что-то уронил. Там их совместный портрет! Какая прелесть! Ребята, там совместный портрет Леди Баг и Суперкота. Все, они точно будут вместе. Ну да, есть же игры, где Леди Баг беременна. Я даже догадываюсь, от кого. От вот этого вот котейки, который такой... Ладно, хорошо, мы идем дальше с тобой. Мы, во-первых...
Аха, ну ёпта, ну зачем? Зачем я опять свои жопы... Это что за ножка? Это чья? Это у кота отрезали? Это отрезали ляжку Леди Баг, теперь она без ляжки. Тут нет двери! Я в ловушке! Я попала в холодильник! Пути меня! Я могу подглядывать. А тут кто-нибудь есть? Кто-нибудь видит кого-нибудь? Ну-ка, дай посмотрю в щель. Слушай, она, по-моему, сюда не пришла. Да, она не пришла. Она обиделась. Она не захотела сюда идти. Какая милая Леди Баг. Всегда бы так. Хорошо, я беру вот эту штучку. Пойдемте с вами к колодцу. Посмотрим, как выглядит улица. Улица, мне кажется, должна быть либо тоже какая-то вот в таких вот миленьких принтах, либо она должна быть, какая-нибудь такая, типа, интересная, зазывающая, шаловливая. Может быть, в виде какого-нибудь, знаешь, лазеры, катапульты, шпионские штучки. Ну вот, по-моему, же они же Леди Баг, они же Суперкот, они типа супергерои, которые такие в латексных костюмах. Ну, мне кажется, должна быть какая-то такая супергеройская тематика. Красный цвет опасности. Но мне мама говорила, что типа красный свет дороги нет. Так что, возможно, там нет выхода, возможно, там только смерть. О, какая-то решетка. Нет, это по-любому какие-то шпионские штучки вошли в чат. Возможно, это остались какие-то текстуры с предыдущего поколения этих модов. Вау, Джонни Старк. Ой, нет, не Джонни. Это у нас так будет Гренни выглядеть? Серьезно? У нас так она будет выглядеть? Она Леди Баг уже не та. По-моему, Леди Баг перезагорала в солярии, реально. Когда передержала солярий? Ну или крем для загара. Хорошо, давай, значит, крутим. Я параллельно буду смотреть, чтобы на нас не выбежала разъяренная леди-кошка с грацией картошки. Смотри, какая ленточка, на ней жуки. Блин, наверное, херово, когда на ленточке жуки. Что тут у нас? Что это? Что это? А, это кусачки. Слушай, ну кусачки, это не скажу, что плохо, не скажу, что хорошо, но это что-то. А еще они, по-моему, сделаны из куска песка или глины. Майнкрафт вошел в чат. Какие интересные плоскогубцы. В жизни таких никогда не видела, и вот опять. Ладно, раз они у нас есть, давайте с ними поиграемся. Сделаем пару раз перекусь в одном месте вот здесь, и второй на двери. Потому что, ну а чё? Просто непонятно, если нас с тобой заденут, что произойдет? О, у нас есть еще молоток. Блин, дура. Задела своей жирной жопой. Извините, можно я, пожалуйста? Так, вон она стоит. Я вижу твою биту! Что, у нее шарики? Чего? Подожди. Так, ну ладно, снизу Леди Баг. Снизу явно Леди Баг. А что-то она синяя. Это нормально? Почему она синяя? Ребята, она синяя. Она синяя. Поставила капкан. Тихо. По-моему, она... А что ты там делаешь? А что это? А что это? По-моему, это Леди Баг, упавшая в кислоту. Ты видел, что это такое? Это смесь Леди Баг, Спанч Боба, Гренни и этого сиреноголового. Господи, какой кошмар. Вот это дура. Вот это дура попалась. Ты видел? Охренеть. Реально, симбиоз. Леди Баги, Спанчи, какого-то синего хера. Я не знаю, Смурфик, возможно, там тоже приправил ее, когда было время, пока никто не видел. Ёп. Вот это прикол. Ладно, пошли на кухню. Слушай, а что-то она злая, воняет ей, и он злой. Они бабку бьют, типа, дерутся с ней, типа, наска. Да не видишь ты меня, не ври. Леди Баг хорошая, Леди Баг плохо мне не сделает, понятно? Она побежала на второй этаж? Она побежала на второй этаж. Она побежала... Иди сюда, Смурфик. Не-не-не, наверх беги. Реально, смотри, она бежит на второй этаж. Она бежит на второй этаж. Вот лошара. Да хватит скрипеть! Иди отсюда! Реально, ты посмотри, какая она ужасная. Так, здесь пусто. О, она пошла через низ. Так, я возьму дыньку. Свежую такую дыньку, спелую. Спелая дынька! Леди Баг! Блин, там еще и суперкот скрестился. Что делать будем? Блин, да отстань ты от меня. Она меня хочет. Вот там мультики показывают по телевизору. Бежим! Нас не какая страшная картина. День-день-дон зовет вас стать тритон. Ой, она не отстает. Ребята, она не отстает. Так, садись. Отстань, не трогай меня, пожалуйста, не надо. У меня есть яйцо дракона, я Дейнерис Бури рожденная. Понятно? Ты ушла? А ты зачем дверь-то закрыла, тупица? Ночная блудница, ты что сделала с дверью-то? Зачем ты ее закрыла-то? Смотри, тут пистолет лежит. Мама, опасный. Хорошо, давай посмотрим, разрубится ли это яичко. Разрубилась. Япона, мать, разрубилась. Этот мод работает, ребята, он работает. Это значит, что мы можем с тобой убежать. Представляешь? Ну, смотри, у нас есть мастер-ки. Мы его можем сунуть в дверь. Ну, к двери, по крайней мере, кинуть. А можем делать все остальное. Блин, вот это прикольно. Слушай, если мы сможем пройти этот мод, то мы будем с тобой такие вообще умнички, молодцулечки просто. Я и предметы могу поднимать. Какая прелесть. О, ребят, это все, это пройти можно за изи-пизи, вообще на изи. О, шестеренка. Шестеренку бы надо вынести...
в этот самый, в улицу, вот сюда. Так, где я вообще? Где я, где небо, где звезда? Где моя волшебная, эта самая карга? Оп, забираю. Вот это прикол! По-моему, я забаговала нашу Леди Баг, суперкот а-ля Спанч Боб, ака Сиреноголовый, и оно не может к нам прийти. Это же замечательно, ребята. Это значит, что мы сейчас просто, лаконично, без каких-либо затрат пройдем эту игру и вообще будем с тобой умнички, Леди Баг, смотри мне прямо в душу. Блин, а если я в юбке? Это получается, Леди Баг смотрит мне под юбку? Ну ладно, она девочка, так что так уж и быть. Ей можно. Вот если бы был суперкот, это было бы странно. Надеюсь, я его правильно назову. Какая розовая машинка. Но, наверное, от Барби осталось. Можно я посмотрю, что здесь лежит? Пусто. А, очень атмосферно, конечно. Здесь какая-то лавовая дверь. Типа, усюк, не заходи. Не заходи. Значит, получается, только на второй этаж пригодится вот эта штука. А, нет, подожди, не только второй этаж. Еще вот эта дверь. Вот так вот. А где Грэнни-то? А, ну, у нее там свои дела. Она занимается своими взрослыми делами. Походу, здесь реально можно сбежать только на машине. Ой, на... через дверь. Я возьму собирать семейный портрет, ребята. Я иду собирать семейный портрет Леди Баг и суперкота. Давайте. Какая прелесть! Котятки мурчат, котятки мяукают, котятки радуются воссоединению семейства. Хорошо, ключ здесь. Вот эта дверь, наверное, открыта. Вопрос, лежит здесь что-то или нет? Нет, здесь просто какая-то очередная хрень для того, чтобы там страдать и умирать. Ладно, пойдемте дальше, да? Ну ладно, что ты скрипишь-то? О, берем дуло. А почему телевизор наполовину не работает? А вы не думали вызвать механика или что-то из этой категории, чтобы он вам немножечко починил? Потому что, мне кажется, так не должно быть. Это, ну, типа, это говорит, что очень плохо. Ой, еще кусок фотографии заметила, видал? Он слился там с местностью. Но у меня есть розовое дуло. Знаешь, что делает розовое дуло? Дуют. О, а это, кстати, знаешь, пол как танцпол. Пол как танцпол. Блин, прикольно. Пол как танцпол. Пол танцпол. Блин, когда придумала тупую рифму, сама и гордишься. Вау. Вот это класс. Вот это просто жизнь, кайф. Где-то здесь была. Вот она, вот она, вот она. Остался один кусочек. О, кот. Нифига себе, я пропустила кот. Ребята, мы сбежим с вами от Леди Баг. Падлок Ки. Не, ну Падлок Ки где-то на втором этаже, потому что на первом этаже нету Грэнни. Она, скорее всего, пошла куда-то туда наверх и что-то там делает. Возможно, она стоит и очень сильно хочет увидеть суперкота, а его здесь нету нигде. Давайте посмотрим, что в туалете. Опа, ключ. Давайте возьму ключ от машины. Он пригодится. Мы сейчас откроем. Может быть, там что-то интересненькое лежит. Может быть, она провалилась сквозь текстуры? Может быть, она пошла в лес всех пугать? Интересно, что лежит в машине? Оп. Нифига себе. Ты видал? Видал, как я могу? Что это? Вепонки. Ну, знаешь, вепонки тоже неплохо, потому что мы теперь сможем с тобой стрелять. Мы сможем с тобой сбить отвертку и, как минимум, этой отверткой открыть то, что здесь вот под этой лестницей. И там точно не Гарри Поттер. Кстати, кто знает, тут как бы все уже есть. Тут понамешали. Не удивлюсь, если где-то здесь вылезет Гарри Поттер. Потому что здесь есть даже груша. Хотя, казалось бы, при чем здесь груша? Но, видимо, вот как-то так. Открываем. Берем. Чуть-чуть нужно скорректировать модель управления... полетом этого фигня. Да, по-русски сказал, знаю. Ну все. Ну все, Леди Баг, я иду. Леди Баг, как Грэнни, где ты? Где ты? Давай мне на завтрак котлеты. А где она? Ты же, по-моему, она умерла. А, ну пусть там стоит. Чё за подстава-то? Подождите, алёля. Чё за... Ты чё, игра? Дай мне мою отвертку. Спасибо. О, видал, в кружку попала. Трехочковый просто, на. На-на! И все забила. Видал, какая умничка? Ладно, Грэнни там стоит наша, это, долбится в угол. Ну, нравится ей уголок. Знаешь, почему она туда встала? Чтоб никто не уволок ее. Вот и все. На, ты что думал? Все просто. Не надо искать... А это что за матрица? Сейчас Нео вылезет отсюда, аккуратней. Чё здесь лежит? Ключ от сейфа? Я уж догадалась. Я чувствовала. Я чувствовала вкус железа, который явно об этом кричал и верещал. Пойдем, моя Леди Баг. Блин, меня смущает то, что он смотрит мне в мои трусы. Это что? Playhouse Key. Ну, тоже неплохо, пойдет. Давайте, короче, работать по мере поступления вопроса. Вот у нас появился ключ. Мы идем, его втыкаем, проворачиваем, открываем кукольный домик, который похож, скорее всего, на будку. Блин, прикинь, у собаки, если будет такая будка, похожая на дом. Это прикольно, да? Это прям миленько это. У песика будет свой милый дом. О, чудесно просто. Ладно, хватит это, ляс точить, надо делать. Да, ну ладно, она там уже все. У нас есть одна шестеренка, кстати. Одну можно вставить. Одна стоит. Одна, наверное, где-то наверху. Блин, а я забыла, что туда, наверное, нужно кусать. Да, реально, смотри, нету нижнего уровня.
Вот это подстава, прикинь. Нижнего уровня просто нету. Ну хорошо, у нас есть арбалет, у нас бабка поломана. Если она сейчас решит на нас выйти, мы покажем здесь. То босс, это что, трусы? А, это сердечки. Господи, я думала, нифига себе труханов понавешали. А здесь цветочки и снова Нео, матрица, и вон Леди Баг на меня смотрит. А, этого этажа тоже у нас нету. Хорошо. А, мне нужно сделать немножечко вот так. Мне нужно принести сюда эту штучку, дрючку. Блин, бабка, только не чинись. Только не чинись. Ты там как-нибудь это, живись. Как-то по-своему, окей? По своим вот этим каким-то физикам непонятным штукам. Просто стой там, за нами не ходи. Потому что мы делаем важное дело. Мы пытаемся отсюда сбежать. Сбежать от твоей тирании. Блин, как классно, что в этом моде реально работают предметы. Потому что обычно они не работают, и мы тупо не можем их пройти. Стоишь? Ты тупой смурфик, смотри, стоит там, догадывается. А, это не смурфик, это типа у него синие волосы. Господи. Так. А вот теперь вопрос. А, вспомнила, вспомнила. Я хотела спросить, куда я дела молоток. Ну, вот эту кувалду. И вдруг я вспомнила, что я оставила ее здесь, в бассейне. Почему бассейн? Потому что, ну, он как бы похож на бассейн. Как будто взяли с бассейна какого-то, сняли и нацепили. Типа она, знаешь, такая пришла в бассейн в общественный, отколупала там плиточку и засунула себе в свой ванной. И все, сэкономила зато. Видала, какая баба экономичная. Экономичная, практичная. Оп, оп. Берем балочку, вставляем балочку. Заходим в щель, потому что мы худенькая. Дверка здесь закрыта. Здесь есть люлька, кусочек шотгана. Но он нам, в принципе, не нужен. Типа, ну а зачем он нам? В теории. Типа, ну как бы без него тоже хорошо играется. Пойдем. Ой, провалились. Ай-яй-яй, извините. Все, нас закрыли. Да, что ты пищишь? С петелек снимаем? Снимаем с петелек. Вы на выход. На выход, у меня есть шестеренка, понятно? У меня есть шестая Аленка, и я ее спущу куда-нибудь. Я немножечко не понимаю, сколько нам предметов осталось для того, чтобы отсюда сбежать. Но сейчас посмотрим. А, ага, ага. Мастер-ки у нас есть. Остался, получается, только падлок-ки. Падлок-ки, скорее всего, лежит как раз-таки в плейхаусе, потому что больше ему лежать негде, остальные все места мы с тобой уже полазили, поделали, блин, тут даже на заборчике нарисовали лицо Леди Баг. Человек явно старался, и здесь у нас есть подлог-ки. Но перед тем, как уходить, мой дорогой друг, мы, конечно... Ты что, не взял, что ли? Ты что, дурачок, что ли? Перед тем, как уходить, мы, конечно, должны поиграть с нашей Леди Баг сиреноголовкой, а то она что-то как-то, типа, такая встала, обособленная такая, типа, ничего как бы не делает. Вот так вот. Сейчас, по-моему, она починилась, но не факт. Я хочу взять сейчас наш арбалет, ну что с арбалетом всяк не страшно. Мало ли там пролетит насквозь. Так, где-то здесь валялся арбалет. Вот он, настоящий пельмень. Внутри много-много мяса и мало-мало теста. Ну чё, Леди Баг, привет! Чё на кровать? Тебя мама не говорила, что вставать на кровать ногами это не есть хорошо. Леди Баг, Леди Баг, посмотри на меня. Посмотри, какая она чуча-мачеча. Чей ты, арбуз? Ой, больно? По-моему, у нее отвалился нос. Ребята, по-моему, я ее испортила. Давайте сделаем вид, что это не мышь, что так было. Хорошо? Вы только никому не рассказывайте, ну, кроме своих друзей. Пора отсюда сваливать, пока не приехала полиция. Угу. А пока что нам леди... Она стала невидимкой! Она стала невидимкой! Смотри, тут все в сердечках! Деревья в сердечках! Конец! Ой, вот и сказочки, конец. Короче, вот такой вот мод. Как он вам? Пишите в комментарии. Мне понравился. По крайней мере, за то, что он работает. А здесь очень смешная бабка. Я не ожидала видеть такую бабку, но что получили в итоге, то получили. Не забывай подписаться на мой канал, поддержать меня лайком. Мне будет очень приятно. Правда, ты сделаешь мой день капельку лучше. Ну а мы с вами, как всегда, увидимся уже очень скоро. Именно на этом канале. Пока!